В Усть-Камчатском районе завершаются работы по реконструкции действующей свалки под полигон твердобытовых отходов. Первый этап работ по реконструкции начались в прошлом году. Основные земельные работы уже завершили. Участок выровняли, территорию оградили. Сделана гаражная группа, сделана входная группа, бутовка, сделана ванна дезинфекции. Завезены подстилающий материал, геотекстиль. Сейчас выравнивается площадка ванна, куда будут складироваться отходы. Чтобы не наносить ущерба окружающей среде, территорию полигона покроют защитной пленкой, которая уже приобретена и хранится на новом складе, построенном на территории полигона. 9 гектаров у нас земля. Вот отсюда, да, туда 9 гектаров. А 18 тысяч квадратов вот это, только эта чаша, когда полигон сам. Реконструкция свалки под полигон ТБО проводится в рамках краевой госпрограммы. Обойдется это местному бюджету в 56 миллионов рублей. Проблем на самом деле много, потому что проект он достаточно был выполнен давно. Изменились геологические условия, поднялись грунтовые воды. То есть жизнь идет, все меняется. И поэтому строителям и заказчику пришлось своевременно корректировать данный проект. Новый полигон ТБО расположен в 6 километрах от районного центра. По завершению строительства действующая свалка будет полностью рекультивирована. Осенью до зимы это успеть до снежного покрова сделать. Он в августе должен сдать. Лейсан Латыпова, Наталья Нарышкина, Николай Павленко. Информационное агентство «Камчатка».